Этого события на Вуламе ждали 20 лет. Сень над ракой основателей острова преподобных Сергия Германа была утрачена несколько десятилетий назад. Казалось, что воссоздать ее невозможно. Все, что осталось, это черно-белые фотографии и те в финском архиве. Елена Снитовская продолжит. Монахи вернулись на остров в самом начале 90-х. От обители остались только стены. Нужно было заново восстанавливать монастырь. Работы было много. Первым делом сняли леса, те, что стояли здесь с середины 70-х. Поставили новые. Практически заново сложили стену на северной стороне, потому что кирпичи отсырели. И только после этого начали приводить в порядок первый и второй этажи уже внутри храма. Вот так в 93-м году выглядела рака преподобных Сергия Германа Валаамских. Так буквально полгода назад. А это уже сегодняшние кадры. Над ракой установили резную позолоченную сень. Решение о том, что ее нужно воссоздать, приняли 6 лет назад. Все, что у нас было, это было две фотографии, которые находятся в этом альбоме финском. Фотографии увеличили, сделали проект, детали вытачивали вручную. Только на это ушло больше 2 лет. Резьба вся разная, не повторяется, отсюда сроки. Ничего не поставить на поток, все ручная работа. Подлинная рака из Валаамской обители сейчас в Финляндии, в Куопио. Это даже не копия. Ее сделали и установили в самом начале 90-х. Монастырь еще был очень бедным. И у нас, скажем так, средств на восстановление исторически сложной раки было невозможно. Скоро ее снимут и увезут на реставрацию. Правда, для этого необходимо не только благословение патриарха, но и разрешение Росохранкультуры. А значит, это займет какое-то время. По прогнозам специалистов, год-полтора. Пока же последние штрихи в установлении сени. Ее привезли на Валаам в разобранном виде. Складывали как конструктор. Точность выверенная до миллиметра. И вот результат. Сень почти воссоздана. Установлена над ракой основателей монастыря. Здесь не прикладывается, здесь подходит вот только вот отсюда. Вот так каждому с готовностью объясняют, как именно прикладываться к святыне. Кстати, икона подлинная. Время от времени мироточит, вот следы. Но в обители к этому относятся спокойно, сенсации не делают. Подожди, там труба. Труба. Отлично, пусть. Справа и слева гранитные ступени, в будущем появятся поручни. Все как много лет назад. А пока эти кадры можно считать историческими. Через год-полтора, когда раку отреставрируют, ансамбль в целом будет выглядеть совсем по-другому. Елена Снитовская, Алексей Хюркис, Алексей Звенкин. Последние известия. Валаам.